Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Яно Самаюктам Бинда Банам Манохарам Ванча калпатаруваща кипа синду бхавача патитанам павуне бхавашна вибхьо намо намаха мукам кароти вачалам пангум ланхетгирим ят кипатам ханг банди парамананда мадавам бриндавай тулсиде пиявай кешвасача Шна бхакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девиṃ сарасватиṃ вясам тато жайо мудирай Саṃкиртане кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасане ча Садануракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамодакша Джагод Баруну Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сиба Виринчинутам Сараньям Виттатихам Панотопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунар Виндам Ятпаде Паллаванака Чандамани Чатая Беспорядито камепиго гоповодушва дарши, пурнануракро сосагро сарумурти, сарадикамы када кифам корош. Си Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда, Си Аддайта Гада Дарсивасади Гаура Бхакта Бинда, Си Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда. Си Аддхайта Гада Дарасивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджануламбита бхужау канака бодато Саṃкиртанай капитару камала ятакшо Вишамбару дижавару югадхарма пало Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Муктим Ча Муктим Ча Тада Синитам Бхаванурупе на сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно прия вананга мада пхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджушо бадане Лакшмир ясача бхакшаши Ясьясте хиде самбит Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Хари Хари. Кинду свахамну садхунам видушам ким апекшитам
Kim akarjam kadarjanam dustajam kim dhitatmanam. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru said that. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, сказал, что Гуру Вайшнавы они могут потерпеть любое количество сложностей, неудобств, оскорблений в своей жизни, но они не могут потерпеть, когда кто-то оскорбляет Гуру Вайшнавов. Гауди Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что Гуру Вайшнавы могут потерпеть любое количество оскорблений и критики в своей жизни, но они не могут потерпеть критику в адрес Гуру Вайшнавов. Они хотят дать должный ответ. И потерять терпение в этом случае, это зовется бхакти. Если мы не будем возмущаться тем, что кто-то оскорбляет Гуру Вайшнава, то мы потеряем бхакти. Большинство людей не имеют должного понимания о Хари Бхакти, о Сиддханта Вичаре. Они думают, что внешняя одежда, ношение тилака и мала — это все. Большинство не задумывается о том, что такое настоящий баджан, какова Сиддханта. И вот большинство людей, они... Они принимают так называемых формальных гуру. Носят тилаки, малы, соблюдают вайшнавские праздники, как Дни явления Двайта Гасая, как сегодня Нитинанды, Гуранги, Кайкадыши. Они пытаются следовать всему этому. И вот они соблюдают все, но они не думают, где они совершили ошибку. Они совершили ошибку в адрес лотосных стоп Бхакти Деви, может, они совершают Дама Парикраму и остальное, но они не знают, где они совершили ошибку. Осознанно или неосознанно они игнорируют Гуру и Вайшнавов. Если мы игнорируем наставление Шрилы Прабхупады и Бхакти Сиддханты Сарасвати, что толку? И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что они все находятся в невежестве. И где они совершают ошибку в адрес Бхакти Деви, неизвестно, не знают, и поэтому не могут прогрессировать на пути баджана, или иногда не совершают какой-то баджан, но то есть они могут какие-то положительные действия делать на пути баджана, и с другой стороны делают какие-то негативные вещи, которые нейтрализуют позитивно, и таким образом стоят на месте. В этом проблема. И та шлока, с которой начал, она очень важна. Саду может потерпеть и все.
И Тринадапи, Тринадапи Сунич не значит, что мы не можем говорить об абсолютной истине. Тринадапи Сунич Баба. Это не значит, что мы должны прекратить говорить об абсолютной истине, абсолютным образом. Люди думают, что если кто-то говорит Сиддханту, и она достаточно жестка, то у такого человека нет смирения. Но Шрила Прабхупад говорит наоборот, из-за смирения он имеет смелость говорить так, как она есть. Если у меня нет любви к Сампрадае, к Гуру Варге, то тогда я не могу говорить Харикатху. Харикатха не сможет прийти ко мне. И в этом главная проблема, и люди не понимают. Харикатха не может явиться. Это не шутки, и нельзя просто взять и запомнить что-то и пытаться повторять. Нет, настоящая Харикатха, она является в сердце. И вот во всем мире. Такая проблема. И проблема в том, что люди пытаются под видом проповеди скрыть абсолютную истину и давать какую-то тсебятину людям для привлечения публики. В общем, суть в том, что очень многие так называемые проповедники искажают истину в угоду популярности. И Тринадапи Сунич Баба, она имеет... И вот это главное качество Тринадапи в жизни Гуру Вайшнав. До тех пор, пока мы не обрели это качество смирения, Харикатха не может явиться, и Бхактивинода Тхакура много раз говорил. Обычные люди, так называемые преданные, они не могут говорить Харикатху. Бхактивинода Вани Вайбав и прочих книгах там говорится об этом. Те, кто вечные спутники, нити ситхи, это другая категория, к ним это не относится. Те, у кого есть вечная сварупа в нити дхаме, Шрила Прабхупад говорит, Садгуру, у него должна быть вечная сварупа в нитидхаме. Просто какие-то материальные качества, они не помогут в этом. Гуру Садгуру, он должен иметь сварупу в нитидхаме. Он находится в этом материальном мире, чтобы спасать обусловленных душ, пытается как-то их привлечь, как подобно рыбаку, который пытается выловить рыбу с помощью какой-то приманки. И вот обусловленные души, они подобны такой рыбе. Вот в этом киртане говорится об этом. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, что обусловленные души, те дживы, обусловленные души, они сравниваются с рыбой, и вот они плавают там и здесь, в этом океане Майя, в бесконечном океане Майя. Этот океан бесконечен, нельзя найти его конец. They can leave Harikatha, kick out Harikatha, they can go there.
this is their Hari Bhajan. Somebody offer, we can go with us, Santibhu. They think if they go Santibhu, Advaita Gosai can come in front of them. Некоторые люди думают, что если пропустить Харикатху и поехать в Шантибур, то получат милость Адвайта Гасай. Итак, под влиянием майя обусловленные души не могут обрести, да, даже встретиться с садхами. Их постоянно куда-то налево майя уводит. То, что можно... В общем, у многих людей неправильное представление о баджане, и Шрила Бхактивинода Тхакур сравнивает обусловленных душ с рыбой, которые плавают в бесконечном океане майя. А гуру вайшнавы, они пытаются их как-то приманить, как Шрила Прабхупада Бхактисиддханта пытаются как-то привлечь в то время. Во времена Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Прабхупада организовывал различные праздники, выставки, прасад и прочие программы на Хавре, в Аллахабаде, в других местах организовывал выставки. И вот Шрила Прабхупада выпускал ежедневную новую газету «Надья Пракаш». То есть, несмотря на отсутствие технических средств, Шрила Прабхупада все равно очень широко проповедовал. И если какие-то деньги приходят, гуру вайшнавы, они используют их для Кришна Севы, а не для себя. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, все обусловленные души, так или иначе, они планируют что-то, как привлечь этих обусловленных душ на путь Хари Бхаджана. И вот буквально вчера я Махарадж статью писал, вспоминал о словах Шрилы Бхактивинода Тхакура. Говорить об абсолютной истине, если мы хотим утвердить Сиддханта Вичара, говорить об абсолютной истине, естественно, вы можете развить
какие-то, ну, какие-то проблемы с посторонними людьми могут возникнуть и возникают. А еще многие проповедники под видом проповеди пытаются скрыть абсолютную истину. Они не видели ни этой абсолютной истины, ни своего гуру, и как они могут говорить об абсолютной истине. Абсолютная истина не... Мы должны быть в гуру парампаре. Это видно по поведению, по словам, по высказываниям, по статьям проповедников, кто находится в гуру парампаре, а кто нет. Нарутам Такура пишет. И вот Нарутам Такура пишет. Что большинство проповедников цели проповеди – это собрать побольше денег. И Бхагаватам говорит, что еще 5000 лет назад об этом предсказывалось, что а сейчас в Кали-югу еще хуже стало, что саду занимают деньги каким-то бизнесменам. Вот когда кто-то говорит, что Шембаба бедный саду, а какие-то другие сады очень богатые, мне смешно слышать это. Поскольку деньги на пути саду – это не главное. И к делу отношения не имеют. И такие высказывания, как богатый саду, бедный саду – это смешно. Саду. Настоящий саду, к нему не должно применяться таких терминов, это не его качество. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур много раз говорил. Если мы принимаем непреданного за преданного, привлекшись каким-то внешним близким, чистый саду, они могут видеть всех насквозь. Они видят, кто есть кто, кто материалист, а кто настоящий преданный. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, в процессе наших попыток утвердить Сиддханту Вичара, наверняка кто-то будет недоволен этим. Найдутся какие-то антагонисты в форме преданных и будут выступать против. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, Шрила Прабхупада говорит. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, в этом случае вы разовьете, бороться придется с этими, с антагонистами. А если вы боитесь их, то, соответственно, не сможете говорить об абсолютной истине из-за страха.
Это говорит о том, что у вас нет веры в Нитянанду. Everything controlled by Nityananda. So you have no faith. So you fear, oh, they have money power, what they can do? They can put me into jail. Okay, let them put me into jail. Let them put me into jail. But why should I fear to speak about that? Почему мы должны бояться говорить об этой абсолютной истине, если кто-то будет против? One man, very nice gentleman, very highly educated, he has become acharya. They make on plateau, they make nothing else, no nothing happened. But one point, single point, he allow one lady disciple to get one picture with him, but that's one. See, wanted to get picture with Gurudev, but that he should not allow it, that is wrong, I know. Anyway, Sadguru, symptom of Gurudev, try to understand. Sadguru in front of you or outside you? Try to understand. Try to remember for infinite pure, you should remember. A Sadguru, Sadguru, it matters little. It matters little. Настоящий Sadguru, in front of you, он перед вами или вдалеке от вас. Он ведет всегда себя в соответствии с Сиддхантой, неважно, находится он в одиночестве или перед публикой. Сила Бхакти Папан Пури Госвами Махарадж. Какой-то диктофон поставили там. Мы не знали об этом, но какой-то американец установил то ли диктофон, то ли еще что-то. Или камеру какую-то хотел увидеть, чем Гурудев занимается. И после того, как Гуру Махарадж ушел из этого мира, мы обнаружили, ну, какие-то люди думают, что саду только на публике выражают какие-то чувства, эмоции, ведут себя прилично, но нет, саду они всегда ведут себя в соответствии с Сиддхантой, неважно, в одиночестве они или на публике, видит их кто-то или нет. Майя, она не позволяет вам совершать харибаджан. И вот я принял обет, что по милости Гурудева я избавлюсь от влияния майя. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, мы должны быть очень осторожны, если мы хотим утвердить Сиддханту абсолютную истину, то тогда нам придется, скорее всего, бороться с какими-то антагонистами. А если мы боимся этой борьбы ради Гуранги Махапрабху, то тогда мы никогда не сможем совершать баджан. Махапрабху хотел проверить нас, он испытать нас. Он часто посылал какие-то испытания на нашем пути. But I can make them naked and show you the naked picture.
They are not polite. They are playing drama of politeness. Drama of politeness. Drama of politeness. Drama of politeness. Three times I say. Drama of politeness. They are not polite. Actual politeness means, if you have Trinadviva, you have the power to speak about the absolute. Если у нас есть настоящее смирение, то Янадапита, у нас не будет страха говорить об абсолютной истине. И вот Шрила Бхактивинода Такура пишет, мы должны... У нас не должно быть страха. Мы должны бесстрашно говорить об абсолютной истине. И Бхактивинода Такура пишет... You should realize in true sense. Bhaktivinoda Thakur writing, и вот Бхактивинода Такура пишет, все ачарьи, которые пытаются действовать как ачарьи, занимают пост ачарьи, они должны быть очень осторожны и искренне в том, чтобы утвердить абсолютную истину, иначе если наша Сиддханта-вичара уйдет от нас, то вся сампрадая, она рухнет. Но все же мы знаем, что сила, что преемственность Бхактивинода Такура никогда не прервется, но все же может так сильно пасть. Если не будет достойных представителей ее, как в Гае есть Фалгуноди, такая подземная река, не подземная, под песком, который течет, вроде ее нет, а если чуть покопать, то мы увидим, что она течет. Так и Бхактивинодара, она может, конечно, продолжаться через какой-то авторитетный канал, но внешне это может быть незаметно. И вот по милости Адвайта Гасаи мы можем увидеть, где и куда течет эта преемственность Бхактивинода Такура. Почему Адвайта Гасаи, он лучший из ачарьи? Адвайта Гасаи, он... Такой вселенский ачарья, даже Гауранга Махапрабху, он принял его как ачарью. И какова его ачарьятва? Подумайте об этом. Какая великолепная ачарьятва, качество ачарьи в Адвайта Гасаи, что сам Гауранга Махапрабху признал его, Адвайта Гасаи признал его своим гуру. Посмотрите на эту силу ачарья. Чистый ачарья, ему не нужно ничья поддержка. Чисто настоящий ачарья, он самосияющий. Он сам полон в себе. Настоящий ачарья садгуру, он самодостаточен, он полностью полон, поскольку бхакти находится в его сердце. Ему не нужна какая-то внешняя поддержка публики или еще что-то. Ему не нужна какая-то реклама, но мало кто понимает, кто такие настоящие ачарьи. У меня нет враждебности к кому-то, но чтобы спасти вас, я знаю, что я не добьюсь какой-то большой популярности, но все же, потому что я не стремлюсь к ней. И вот благодаря рекламе многие так
продвигаются. Но что-то, но настоящая ачарьятва, естественная, подлинный ачарь никогда не может быть выбран с помощью голосования. Голосование голосованием никогда ачарьи не может быть выбран, но можно наблюдать, что сейчас можно во многих местах наблюдать, что когда ачарья уходит из этого материального мира, почему уходит подлинный ачарья, то его преемственником становится какая-то обусловленная душа, совершенно левая, не имеющая никакого отношения к ним, совершенно другими принципами, мировоззрениями и всем остальным. Почему так происходит? Если они татва-виды и знают, что это обусловленная душа, зачем назначать ее, ну, выбирать ее в качестве ачарьи или как-то оставлять ей такой пост? Махарадж статью напишет вскоре. И естественно, ачарьятва, что это? Когда подлинная ачарьятва проявляется в нашем сердце, например, по милости Гуранги и Нитянанды, вы обретаете силу, чтобы действовать как ачарья. И Шрила Прабхупад говорит, к сожалению, в настоящее время под видом ачарьи, ну, а точнее постачарьи, часто занимают какие-то жестокие, злые люди. Но что такое настоящая ачарьятва? Ачарья, он самопроявленный, его сердце, но очень сострадательно, оно не может потерпеть боль других людей, не может потерпеть то, что их дурачат и ведут в неправильном направлении. Как Рамануджа ачарья, кто назначил Рамануджа ачарью, ачарьи или Мадхвачарью? Нет, они все самопроявленные. Даже его Гурупад Падма сказал ему, вот его Гурудев Рамануджа ачарья сказал, что даст его мантру, но мантру нельзя давать никому, она очень могущественна. Рамануджа ачарья очень был заинтересован в том, чтобы получить эту мантру, но его гуру сказал, что эту мантру нельзя давать кому-то еще. И вот он получил мантру, и Рамануджа ачарья после получения этой мантры пошел в Ширангам и дал 75 людям в открытую. Его гуру очень разгневался, настолько разгневался, что когда Рамануджа ачарья пришел к нему, тот был как огонь. Сказал, ты отправишься в ад, ты нарушил мои наставления. Рамануджа ачарья сказал, о Гурудев, я малая падшая душа в этом мире. Если благодаря вашей мантре эти 75 человек спасутся, и я попаду в ад, не проблема. Его Гурудев был удивлен. Он увидел, что он естественный гуру. Ему не нужно как-то себя проявлять специально. И Шрила Прабхупад также сказал, для подлинной проповеди гуравани я могу опуститься до любого уровня. Для подлинной проповеди гуравани я готов пожертвовать всем, чему, всем. И я тоже не боюсь ничего. Шрила Прабхупад сказал много
исполнять указания Садхгуру, если мне даже понадобится отправиться в ад на очень долгое время, то я готов хоть на бесконечное время отправиться в ад по его указанию, и это будет успехом нашего баджана, если мы сможем исполнить волю Шрилы Прабхупады. И вот Рамануджачарья, что случилось? Он сказал, что случится, если такая малая душа, как я, попадет в ад, зато люди спасутся. Я доволен этим. По крайней мере, я смог помочь им, дал эту ценную мантру. Если вы не готовы посвятить свою жизнь ради абсолютной истины, то лучше вам вернуться домой. Когда Рамануджачарья хотел, вот Рамануджачарья хотел получить Бодхаян Бхашью, чтобы разгромить Майявада Сиддханту. Ну, в общем, они со своим учеником как-то эту Бодхаян Бхашью получили. Она у Майявады где-то хранилась далеко. Ну, так или иначе, они получили ее. Нрисимхадев явился и с закрытого шкафа взял и отдал им. И, к сожалению, в нашей сампрадае много предателей. И вот многие, к сожалению, в нашей сампрадае ведут себя как предатели. Я пытался им помочь, объяснить, что к чему, но что лучше оставаться со мной, но не бояться. Предпочитают уничтожать Гауди Сиддханту, Гауди Матху и учение Шрилы Прабхупады и думают, что это дело саду. И вот в эту кали-югу из-за рекламы можно видеть, что какие-то падшие души, благодаря рекламе, рекламируются как какие-то саду. What he is doing inside room, he cannot have control his sense room inside room. Not even water. If for 2 hours not drink, he give me some water. Acharya is not like that. Acharya can stay without water, without prasad. So far. Hello. We have seen in the life of Bhakti Mohan, and a whole life is almost fasting. In a month, almost 22 to 3 weeks or 2 weeks. All the time people calling him for deity installation, for temple installation. Oh,
Мы видели жизнь Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, он его постоянно куда-то приглашали, то на яги, то на установку божеств, то еще что-то. В итоге ему даже есть некогда было, в итоге пару недель. Он постился в месяц, ну еще пока он пуджи занимался, поклонением, пока это все закончится, уже вечер был, а до пуджи он никогда не ел. He is taking prasadam after 3 or 4 o'clock. One old man, 18, 19. Ну, Шрила Пури Госвами Махарадж пока не заканчивал свою вот эту всю пуджу, вот это все поклонение божествам и прочее, он никогда не ел. То есть у него первый завтрак был там часа в 3, в лучшем случае, а то и позже. Someday they are now in intoxication. Suppose you are drinking wine now. So for some time you feel, after the intoxication you are in, after that you take bath, everything. When is, you know, then you can realize in what position you are put into. I already forecast. After I go away, not even 50 years. You need not wait for 50 years. Most of the people can realize this. Sambhavas. И вот не все могут принять то, что я говорю, особенно сейчас. Но стоит мне уйти из этого мира, так многие вскоре поймут, что я был прав. И вот смотрите. Еще такое часто бывает, что некоторые хотят, они злоупотребляют славой гуру и вайшнавов. Чистые гуру и вайшнавы никогда не злоупотребляют славой гуру и вайшнавов. Лучше, если бы люди сами интересовались, кто же его гуру, такого могущественного саду, кто же его гуру. Чтобы люди хотели узнать, кто же у вас гуру, откуда вы получили эту силу. Это настоящий саду. А кто-то заявляет, что он ученик такого-то великого гуру, и он его преемник. Это смешно. Слышали ли вы имя Гурудева Арупы или Санатана Госвами? Кто? Они никогда не пропагандировали имя своего Гурудева. Шрила Прабхупада, он никогда не так не представлялся учеником своего Гурудева. Подлинное «Я» саду — это его настроение служения. Шрила Прабхупада говорит об этом. Подлинное «Я» саду Ачарьи — это его сиддханта, его характер, его поведение, его принципы автоматически. Это его есть его как это самоотождествление. И вот Адвайта Гасай, он лучший из ачарьи, в то время как Гуранга Махапрабху, он подтвердил, что Адвайта Гасай, он лучший из ачарьи. Харидас Таку, он лучший из Намачарьи, он Намачарья. Махапрабху провозгласил это открыто. Почему? Поскольку это есть так. Это есть так. Адвайта Гасай никогда не шел ни на какие компромиссы с неправильной сиддханты. Адвайта Гасай никогда не шел на компромиссы с сахаджиями или антагонистами. Адвайта Гасай, он был всегда за абсолютную истину.
Он бесстрашно проповедовал об абсолютной истине. Я много раз говорил. Адвайта Ачарья, он Ишвар, не отличен от Махавишну. Кто Махавишну? Он Адвайта Ачарья. Разница в том, он принял форму Садашивы. Как вот у нас тут кто-то спрашивает, зачем я Садашиву установил. Я говорю, не Шива, а Садашива. И Махарадж написал статью, зачем он здесь это установил Садашиву. Если мы будем поклоняться ему, предлагать воду и листья Бела, мы получим его благословение. Садашива, он не отличен от Махавишну. Единственная разница в том, что Махавишну он с помощью взгляда он оплодотворяет майю, и в результате рождаются все эти бесчисленные миры. И Адвайта Гасай, он ответственный за предоставление всего, всех составляющих компонентов. Как если мы строим здание, нам нужен цемент, песок, щебень. И вот Махавишну не отлично от Адвайта Гасая, но Махавишну мы можем. Махавишну, он может взглядом оплодотворить майю. Адвайта Гасая, он предоставляет все составляющие компоненты для всего творения в форме Махавишну. Когда Адвайта Гасай, он в форме Махавишну присутствует везде, во всем этом мире. Значение, как его всего этого в Бхагаватам сказано. Я об этом говорил, и вот в Бхагаватам говорится. И вот это здесь приводится санскритская грамматика. Что? Все падежи. Кем, кто? То есть он делающий карта. И вот таким образом, если в общем, на все эти падежи, кто, где, когда, зачем, и все остальное, ответ Махавишну, он делает все. И также можно его сравнить с пауком. Паук, чтобы сплести сеть, откуда он берется, он из воздуха буквально. Из своей слюны он делает эту паутину, и потом ее же поедает. И так, потом, когда нужно, опять эту паутину делает. И вот этот паук без посторонней помощи, даже без помощи каких-то компонентов, он делает эту, плетет паутину, и когда паутина сделала свое дело, этот же паук, он ест эту паутину. И также Адвайта Гасая, он не отличен от Махавишну. И в то же самое время он
предоставляет все для творения. Это отдельная долгая тема. Творение, оно подобно цветку лотоса. И вот что я хочу сказать, подобно лотосу, что лотос раскрывается и потом закрывается. И вот в науке есть понятие причины и следствия. Если есть следствие, то наверняка есть причина этого следствия, иначе как бы это произошло. Все происходит по какой-то причине, и Махавишну, он ответственен за все это. Но все же, если мы... И вот когда Махавишну смотрит на Майю, он своим взглядом оплодотворяет эту майю, и начинается процесс творения. Первая махататва. Итак, продолжается, происходит творение, а потом когда происходит разрушение Вселенной, то эти причины творения, они наоборот, как бы входят друг в друга, и так получается, как лотос, он закрывается, опять становится бутоном. И вот Адвайта Гасай, он пришел в форме Махадева. И вот таким образом Адвайта Гасай, он никогда не шел ни на какие компромиссы с неправильным Сиддханта или неправильным Вичаром или с какими-то сахаджиями. И поэтому большинство людей, они выступали против Адвайта Гасая. И вот хочу сказать о Харидас Такуре, но времени мало. Харидас Такур пришел, так много вещей, много. Я могу пару случаев рассказать. И вот Адвайта Гасай, он явился в Шрихатте, в Лауре. Это очень набожное место, где Шачимата, Нилабар Чакравати, ну и многие другие преданные, они явились там. И вот сегодня, в этот день, отец, ну, Кубер. Его предыдущее имя было Камалакша. Имя Адвайта Гасая Камалакша его звали. Отец известен как Кувер. Кувер, он был браманом высокого класса, он был очень могущественный, что царь. Он помогал царю, он был тем радж-пандитом, царским священником. И вот этот царь, до этого он был Шакта и поклонялся Кали. И вот там Кали Виграха в его дворце снаружи. One day,
И однажды во время Кали-пуджи Кувер, отец Адвайта Гасая был там, и царь тоже был там. И случайно Камалакша пришел в это место и, не поклонившись Кали, пошел на праздник петь киртан, и царь очень разгневался, как, откуда ты такой невоспитанный, мы кланяемся все Кали и Матаджи, а ты тут даже не поклонился. Адвайта Гасай сказал, что не сможет принять мой поклон. Что ты несешь? Ну-ка, давай кланяйся. Ну хорошо, как скажете. Отец тоже сказал, что поклонился, но что делать? Не поняли, что хотел сказать Адвайта Гасай. И вот Адвайта Гасай поклонился, а Кали, это Кали, раскололась на две части. И все начали плакать, что случилось. Ну, поскольку это Садашива, Адвайта Гасай был, Садашива Кали, как бы его жена, и как она может принять поклон от него. И вот, в общем, я сокращу историю, поскольку не успеваем. И вот Адвайта Гасай в итоге пришел в Шантипур, чтобы там жить. И вот этот царь потом в итоге пришел, принял прибежище у лотосных стоп и стал вайшнавом, отказался от своего царства. Лаурия Кришнадас из Лаурии. Этот, и Лаурия значит, что он из Лаурии пришел. И вот однажды наш Мадхавенда Пурипад пришел из Враджадама, он пришел в Нилачал, в итоге Адвайта Гасай принял прибежище у него, поскольку Бхагаван, он тоже принимает прибежище, поскольку он показывает нам своим примером, что нужно делать. И вот он принял Мадхавендапури, и вот Гурудев Адвайта Гасай, это Мадхавендапури, хотя мы знаем, что он Махавишна. И вот таким образом майя, материальная майя, у нее две функции. И вот эта майя имеет две функции. Первая в форме. Она принимает Бхагавана в форме его. В общем, оплодотворяется взглядом Бхагавана, и второе начинает творить с помощью всех этих составляющих, которые предоставляет Бхагаван. И еще сатва-раджа, тамагуна, они, когда находятся в балансе, никакого творения нету. Когда они разбалансированы, то тогда творение начинается. Это вот отступление было. И вот этот царь Лаура пришел в Шантипур, принял Адвайта Гасая как своего гуру. И вот Сиддханта долго. Однажды один пандит, Диквиджай пандит, он завоевал всю Индию, Бхарату. Ну, в смысле, не завоевал, а это пандитов переспорил. Брал справки от них, что они переспорены, и он победил. И вот пришел к Адвайта Гасаю с такой просьбой.
И вот начали спорить Адвайта Гасай со смирением, сказал: и вот этот пандит услышал голос небес, что глупец, с кем ты споришь, что он же Садашива. Можешь всю жизнь спорить и без толку все, лучше прими прибежище у него. And we are for infinity pure, infinity jivas for infinity pure. We are going to express gratitude unto the Lotus Feet of Advaita, because it is for him. What is the power of Advaita Gosai? What is the power, exclusive power of Advaita Gosai? Power of devotion. И какова сила у Адвайта Гасай? Это сила преданности. С помощью денег или какой-то физической силы, конечно, можно что-то сделать, но это все ограничено, никакой духовности и духовного развития мы не сможем обрести, и мы не должны соревноваться с Гуру и Вайшнавами, иначе мы призовем опасность в нашей жизни. Это моя просьба к вам. Мы не должны пытаться соперничать, как-то конкурировать с Гуру Вайшнавами, иначе ничего хорошего не получится. And then that Mantipura man, you know the case? But that man who wanted to make some problem, Gurushala, the capture. But yeah, have you seen any tension in me? 3-4 harikatha in a day. 3-4. Up to 9:30, 10 o'clock. But no tension. He's arranging gunda, hooligan, all club to fight. Unnecessary. But he was successful. Настоящего Вайшнава нельзя ничем потревожить. Open the gate, love him, respect him, let him see and take prasad. We learn it from Madhu Gosain Maharaj, not from you. From Madhu Gosain Maharaj, from Keshav Gosain Maharaj, from Gosain Maharaj, Bhakti Kumpri Gosain Maharaj. We learn it. Even somebody like to insult Bhakti Kumpri. Учила Бхакти Прамод Пури Гасай Махарадж, никогда не воспринимал кого-то как своих врагов. Даже если кто-то хотел его оскорбить, он не обижался. Он видел, что это обычные, обусловленные души, что с них взять. Харидас Такур, когда он хотел прославить, рассказать о славе святого имени, тут появился какой-то браман и сказал: «О, глупец, что ты гнесешь? То, что не может дать ягья, гьяна и прочее, как может дать повторение святых имен? Этот браман сказал, что если ты не сможешь доказать славу святого имени, что это лучше, чем яги и прочее, ты отрежь себе нос. И в итоге все были удивлены такой наглостью. В итоге буквально на следующий день нос этого брамана, оскорбителя, он сгнил от болезни какой-то.
Или тот человек, который послал проститутку к Харидас Такуру, что с ним случилось? Ничего хорошего. Гуру Вайшнав невозможно потревожить. Это подобно борьбе с воздухом. И вот Адвайта Гасайя, великий Адвайта Гасайя, и когда Адвайта Гасайя он организовал Шрадху, он пригласил всех браманов, и Харидас Такур, когда пришел, он ему первому предложил тарелку с просадом. Эти браманы были оскорблены, что тут какой-то мусульманин пришел, а мы тут браманы. И Адвайта Гасайя сказал, что что делаю, все в соответствии с шастрой, не беспокойся. Если эти браманы хотят уйти, пускай уходят. И Харидас Такур сказал, что я из мусульманской семьи, почему? Зачем ты мне дал просад первому, а не им? Адвайта Гасайя сказал, не бойся, что общество будет недовольно. Все же я буду говорить об абсолютной истине, без всякого страха. И вот... After that, when he started hearing, he literally kicked me out. I can show you what he comment. He's the topmost sacharya in the world. I'm laughing. I have no existence. After that, I'm waiting and watching. When he gone, when he started hearing, he started kicking me and gone. This is his life. I never mind. Same Sam Baba, 500 years, five years back or 10 years back, 20 same Sam Baba. И вот Адвайта Гасайя сказал, не бойся. Don't fear. He's speaking to Haridasa. I'm doing whatever prescribed in Shastra. Я делаю то, что предписано Шастра. Если ты примешь просад, то десятки миллионов браманов, то я получу результат больше, чем оскорбление десятков миллионов браманов. So you see, Mahavishnu Jagatkarta Mayaya Josijati Adaha Tashavatar Eva Ayam Adhita Acharya Iswaraha Vanchakalpa Guru Shikipasindva Padhikaran Bhavani Bhavishnu.